Царица темной реки. Автор Александр Бушков. Часть 9. Над водой показалась человеческая голова с изрядно уже попорченным речными обитателями лицом, пустыми глазницами, из левого уха торчал серебристый хвост мелкой рыбешки, отчаянно бьющейся. Раздувшаяся шея, плечи с немецкими офицерскими погонами. Обер-лейтенант машинально отметил я, рассмотрев потускневшие четырехугольные звездочки. Китель еще не потерял своего цвета. Знакомый пехотный фельдграу, серо-зеленый. Железный крест, еще какие-то регалии. Страха не было. Вообще не было никаких чувств и эмоций. Я просто стоял как вкопанный и оторопело таращился на него. А он поднялся на мелководье уже по колени. Самый натуральный утопленник, пролежавший в воде не один день. Уже изрядно распух, так что лопнул воротник, отлетели с кителя почти все пуговицы. Китель лопнул подмышками, и в одной прорехе висел намертво впившийся большущий черно-зеленый рак. Только пояс с пистолетной кобурой был на месте, пряжка выдержала. Он шагал медленно, неуклюже, поматывая руками с распухшими кистями, как-то нелепо подергиваясь, словно огромная деревянная кукла или механическая игрушка. Сейчас я сказал бы, как робот. Шагал в мою сторону, и я уже ощутил волну зловония. Нас разделяло всего-то 10 метров. С удивившим самого спокойствием я поднял автомат и дал очередь. Прекрасно видел, как по его груди продернулось с полдюжины аккуратных круглых дырочек, из которых потекла какая-то дрянь мутно-белесоватого цвета. Живому этого хватило бы, чтобы рухнуть замертво, но этот и так был мертв. Он только дернулся под ударом кургузеньких шмайсеровских пуль, чуть пошатнулся и пошел дальше той же деревянной походкой, повернув ко мне то, что осталось от лица». И тогда я повернулся, побежал в сторону деревни. Не было ни страха, ни паники. Я полностью владел собой, одной рукой крепко держал автомат, другой придерживал на голове пилотку, чтобы не слетело. Просто-напросто хотелось побыстрее очутиться подальше от этого создания, которому, по моим прежним убеждениям, не полагалось быть. А оно, тем не менее, ясным днем вылезло из реки. Пробежав 100 метров, я остановился и оглянулся. Явственно расслышав неподалеку звонкий заливистый девичий смех, доносившийся от реки. Утопленник так и стоял по щиколотку в воде, будь у него глаза, я сказал бы, что он смотрит мне вслед, а так не знал, как это назвать. Никак не похоже было, чтобы он собрался пуститься следом. Вновь от реки долетел смех Олеси, а чей же еще, и это послужило причиной того, что я остался на месте». Пусть не думает стерва водоплавающая, что сумела меня напугать. Я на войне видывал покойников и пожучее обликом. Ну, правда, те лежали смирнёхонько, как покойникам и положено. Так что я стоял, повесив автомат на плечо, зло стиснув зубы. И дождался, наконец. Немец-утопленник повернулся к реке, той же неторопливой, дерганной, неуклюжей походкой вошел в воду и вскоре скрылся с глаз. И смеха больше не слышалось. «Вот так, товарищи, кина не будет, кинщик заболел», — подумал я почти весело и пошел в деревню нормальным шагом, по совести признаться, первое время пару раз оглянувшись, но вскоре перестал. Немного не дойдя до крайних хат, остановился и закурил, чтобы малость обмозговать все только что произошедшее. «Это что ж получается? Что я сделал то, что требовалось прокурорскому капитану, полностью раскрыл дело, вот только не мог ему этого сообщить». Если я свяжусь с ним по рации и скажу, что Игоря как-то ухитрилась утопить самая натуральная взаправдышняя русалка, что русалка — это Олеся, он к бабке не ходи, пойдет даже не к моему комбату, комроты, найдет убедительный повод, чтобы вызвать меня в райцентр, а там мной займутся военные психиатры из нашего полкового госпиталя. На войне обычные мирные хвори как-то отступают, всякие там простуды и поносы, а вот крыша у военных, случается, едет крепко. Один раз я сам был не просто свидетелем, помогал вязать одного такого. На месте Минаева я так и поступил бы, еще сегодня утром, только собираясь на рыбалку.
Доказательств ведь нет никаких, кроме моих слов. Так что ни с кем я не свяжусь и ничего никуда не сообщу. Никто не поверит, как я не поверил еще с полчаса назад. Значит, что? Значит, надо рассуждать с позиции военного человека, опытного офицера в чисто военных терминах. Ситуация эта не то что позволяет, требует. В том, что передо мной противник, который вряд ли успокоится на достигнутом, сомневаться не приходится. Силы и возможности противника мне неизвестны. Пока что были только мелкие пакости. Удочек лишила, утопленником пыталась напугать. Но что, если она способна на что-то, не в пример, более серьезное и для меня опасное? Я прекрасно помнил гладившие по лицу невидимые заячьи лапки и волну прошедшего по телу жара. Как-то же она смогла убить Игоря, не встретив ни малейшего сопротивления. А в том, что она его убила, у меня теперь нет ни малейших сомнений. Пойдем дальше. Где у противника уязвимые места и как на него убойно воздействовать, решительно неизвестно. Полной информации о противнике у меня нет, только собственные наблюдения, каковых явно недостаточно. Вывод? А вывод прост. Нужно раздобыть о противнике как можно больше информации, а кроме того, поискать возможных союзников. Кажется, я знал, что мне делать и к кому идти. Мотоцикл стоял у крыльца, что ни о чем еще не говорило. Старшина мог пойти пешком куда-нибудь недалече. Я поднялся по скрипучему крыльцу и постучал. Открыла женщина за 40, одетая, как ее деревенские ровесницы, в рубаху со скупой вышивкой и темную юбку. Глядя на нее, я вспомнил фразу из какого-то наспех пролистанного дореволюционного романа, изданного по старой орфографии. Ее лицо хранило следы былой красоты. Подозреваю, что из-за нее приходилось старшине в молодости подраться с парнями. Или его как представителя власти с молодости милиционера не трогали? Черт, совершенно неподходящее время думать о такой ерунде. «День добрый», — сказал я. «Дома, товарищ старшина?» «День добрый», — ответила она. «Прошу до хаты». Я вошел. Старшина в полной форме, с кобурой на ремне, только ворот синий, гимнастерки по-домашнему расстегнут, в круглых очках, в проволочной оправе, сидел над типографски разграфленным листом бумаги и что-то писал. Точнее, уже не писал, а выжидательно смотрел на дверь. Не мог не слышать моего стука. Увидев меня, встал степенно, непроворно и нелениво, посмотрел вопросительно. Я сказал, стараясь, чтобы тон не выдал эмоций, так во мне и кипевших. «День добрый. Разговор у меня к вам служебный. Сядайте». Он сел сам, показал на второй табурет. «В ногах правды нету». Я покачал показавшуюся шаткой табуретку, сел, огляделся. Комнатка была небольшая и явно служила Деменчуку служебным кабинетом. Все мебели, стол с табуретками и невысокая этажерка с книгами. В углу стоял кавалерийский карабин, над головой старшины фотопортрет на стене «Товарищ Сталин». Знал я такое фото с довоенных времен. Вождь и учитель в гимнастерке с отложным воротником без геройской звездочки. На глухой стене слева парень примерно моих лет в военной форме, с двумя кубиками в петлицах. Злость помаленьку разгоралась во мне еще по дороге. Чтобы ее отогнать, я спросил. «Сын?» «Атош», — кивнул старшина. «Может, и воюет где. Большая у нас с женой на это надежда. Только если и так, даст о себе знать не скоро. Как бы он слал письма в партизанский отряд? Да и откуда ему знать, что я в отряде, в Загалее живой? Когда громыхнуло, был у себя на погранзаставе в Бресте». «Понятно», — сказал я. «Тогда мы и не слыхивали о героической обороне Брестской крепости. О ней узнали только в 60-е трудами писателя Смирнова. Но все знали, что у пограничников, встретивших первый удар, потери были огромные». «А что за служебное дело возникло, товарищ старший лейтенант?» Мне почудилась в нем некая настороженность, а может и не почудилась. Злость не проходила. Хотелось сгробастать его за портупею, выдернуть из-за стола и сказать пару ласковых. Теперь я не сомневался. Он все знал. Как все они здесь. Невозможно быть местным, прожить здесь всю сознательную жизнь, да вдобавок многолетним участковым, и не знать. «Да вот возникло вдруг», — сказал я,
и, не скрывая язвительности, добавил: «После того, как я сегодня утром рыбачить ходил к Упалинскому бочагу». И сходу стал рассказывать, кратко отсекая ненужные подробности. Понотарел в составлении донесений, научился отсекать побочное, лишнее. То, как старшина слушал, только подкрепило в первоначальной догадке. Все он знал. Ни тени удивления на лице, скорее уж понимание. Злость не проходила. «Вот так», — сказал я, закончив. «Вы ведь знали, старшина, все о ней знали. Почему не рассказали сразу?» «Так вы ж не поверили бы», — сказал он спокойно и как-то устало, что ли. «Приняли бы за шаленца, по-русски за ненормального. Вот вы возьмете с тем двум офицерам рассказать». И вот тут вся злость на него в раз улетучилась. Я живо представил, как меня слушают Шален с Минаевым и с какими лицами они переглядываются, выслушав. И честно сказал: «Нет, не возьмусь. И в самом деле за ненормального примут». «Вот видите, вы б не поверили». «Не поверил бы», — признался я. «Никогда я не верил в такое, пока на собственной шкуре не убедился, что оно есть». «Вот видите», — повторил он и добавил задумчиво, — «значит, немец там на дне и лежит». «Ну, конечно, где ему еще быть?» «Не всегда лежит», — сказал я саркастически. «Еще временами на берег вылезает». «Это бывает», — сказал он совершенно обыденным тоном, как будто речь шла о самых что ни на есть исполненных житейской прозы делах. «Это она может». «Черт бы ее подрал», — сказал я. «Что она такое? И в самом деле русалка. Получается, что они есть?» «Навка», — сказал он тем же обыденным тоном. «Никогда таких не слышал», — сказал я. «Только про русалок. А в чем разница?» «А очень простая разница», — ответил он без малейшего промедления. «Русалки исключительно в воде живут, мавки только по лесам бродят, а навка словно бы и то, и другое. Не знаю, как другие, я ведь только с одной столкнулся, с Олесей. Выглядит это так. С недельку она у Левонихи поживет, как самая обычная сельчанка, а потом на пару недель из деревни уходит. То по лесам бродит тоже, но главным образом живет на реке». «Как у вас все, оказывается, по полочкам разложено», — сказал я, подавляя тот же нервный смешок. «Отчего же у меня?» — сказал он серьезно, вроде бы даже с некоторой обидой. «Вовсе не я это придумал. Люд так считает с неведомо каких времен. Мне все это, как оно по полочкам разложено, много в детстве бабка рассказывала. Бабка у меня и превеликое множество сказок знала, и были про всякую небыль. Подрос я, перестал в это все верить, а потом поверить пришлось. Бабка рассказывала еще, такие вот обитают не повсюду, а по каким-то одним местам, те же мавки на Украине, а у нас в Беларуси их не водится, зато навки только у нас. Правда, бабка говорила, это в старые, очень старые времена их было много, а потом все меньше и меньше. Теперь я так для себя думаю, может, наша в Загули последняя? Хорошо, коль так, да кто же знает». Действительно, кое-что из того, что рассказывала ему в детстве бабка, было не ее и даже не чисто белорусской отсебятиной. Много лет спустя прочитал я не одну книгу и о нечистой силе, и о таких вот. В те времена, когда еще пытался найти какой-то ответ на оставшиеся без ответов вопросы. Потому-то давно бросил это безнадежное занятие, когда стало ясно, что ответов не найти. Так вот, иных созданий народная молва четко привязывает к определенной территории. О чертях и русалках рассказывают от Дальнего Востока до Ла-Манша. А вот другие разновидности, одни намертво привязаны только к Англии, другие к Украине, Беларуси, Скандинавии и так далее. «А откуда она взялась?» – спросил я. «Да кто ж ее знает? Я так полагал, не с того света, а исключительно с нашего. Или вы имеете в виду как...» «Вот именно», – сказал я. «Так это просто. Объявилась она в деревне, как сейчас помню, летом 23-го. Я тогда почти 2 года служил в этой самой должности. Разве что звалась она чуточку иначе. Объявилась вдруг у Левонихи и сказала Левониха, что теперь она будет тут жить. Мол, это ее дальняя родственница, родители умерли в поставах, вроде бы, и кроме Левонихи родни не осталось. Ну, вполне житейская история. Бывает». Никто ее скрупулезно не проверял, у нас тут секретных объектов нету, а в розыске она не числилась, и свидетельство о рождении у нее было еще с царских времен. По нему потом и паспорт получала, когда паспорта ввели. «Оригинально», — сказал я, едва прогоняя этот, чтобы ему отвязаться, нервный хохоток.
«Русалка, то есть Навка с документами?» «Ну, так уж обстояло», — сказал старшина. «А еще у нее была справка от городского врача, все честь по чести, мол, она, собственно-то говоря, инвалид на почве тяжелой сердечной болезни, и какой бы то ни было ей физический труд противопоказан, потому в колхоз и не вступила. И точно она все эти годы по хозяйству палец о палец не ударила. Все левониха. Потом-то не осталось никаких сомнений, что сердце у нее здоровешенькое, да поздно было. И про паспорт, то есть про возраст. Время шло, а она не старела, нисколечко. Все старели, а она нет. Она и сейчас в точности такая, как 21 год назад. Опять-таки спохватились, когда поздно было, когда она в силу вошла. Бабка так и говорила, Навки не стареют, и это вовсе не значит, что Олеся старуха в облике молодой. Живут они, бабка говорила, долго, вроде бы целый век, и молодыми остаются до самой смерти, или как там это у них бывает. Год рождения у них в документах значится 900-й, остается только гадать, то ли она к концу своему подходит, то ли только половину ихней жизни отсчитала. А что значит «в силу вошла»? Да то и значит, тяжко вздохнул Деменчук. Первые годы за ней ничего такого не замечалось, разве что наши сплетницы судачили о ее странностях. По лесам бродит, на реке пропадает, а потом как гром с ясного неба. Трах-тарарах. Бывает так в деревне и вовсе даже не обязательно применительно к этому случаю. Сначала только шпатки ползут, и всякие странности множатся, а потом как громыхнет, и никаких уже неясностей не остается. «Бывает, знаю», — сказал я, — «сам деревенский». «Вот». Никто вроде бы специально эту весть по избам не разносил, одначе с некоторых пор вся деревня совершенно точно знала. Олеся наша, Навка, и желает владеть рекой единолично, чтобы никто не смел ни на лодках плавать, ни купаться, ни рыбу ловить. Первое время не принимали такое, а потом подчинились, и лодки на привязи погнили, и не рыбачил никто, и не купался. Но откуда пошли такие вести, я в конце концов выяснил. Деревня как-никак, не город». Да и в милицейской работе я к тому времени поднаторел. А пошло это из Родошковичей, соседней деревни, от пани Едвиги. Примечательная, надо вам сказать, была персона. Полька из Литвы. Когда-то Литва объявила независимость, пани Едвига чего-то не в Польшу поехала, а к нам. Хотя он купила невидную, но так и обосновалась. В Загале она бедная была, жила только с огорода, да подсвинков выращивала. А пани ее звали за гордую стать. Видели бы вы, как она по деревне шла. Осанка, голову держит, что императрица. Но не надменная, нет, вовсе даже не гоноровая. Очень просто с людьми и держалась. Уважали ее и любили. Еще и за то, что она была, ну, пожалуй, вроде колдовки, только доброй. Никогда никому зла не сделала. Не то что Ливониха или покойница Кузьминиха. Людей лечила травяными настоями и шептаниями. Детей особенно. Судьбу ворожила, еще там разное. Ну, нес ей люд, кто яиц, кто маслица, кто еще того-сего. Сами несли, она никогда не просила. Но принимала, если видела, что от чистого сердца. Она кому-то и разобъяснила, кто такая Олеся, а там широко разошлось. Поздно. К 30-му году Олеся в полную силу вошла, так что опустела река и стала Олесиной речкой. «Как хотите. А чего-то я упорно не понимаю», — сказал я. «Как это так люди подчинились? Места у вас, конечно, глухие, но все равно и советская власть имелась, и вы со всеми полномочиями». «Да какие тут полномочия?» — угрюмо произнес он. «Я вам не сказал еще. Люди мерли, понимаете? Я тут подсчитал, за все время она 19 человек сгубила. Это только деревенских, не считая еще двух и вашего сержанта. И 14 из 19 в первые пару лет». Когда власть свою над рекой утверждала. Причем 11 из них как раз и стояли у нее на дороге. С характером были люди, решительные, и сами ей противостояли, и люд на это подбивали. Когда их не стало, люд помаленьку и смирился. В Загале 22 жизни. Я не говорю у нее на совести, потому что нет у нее совести, давно это ясно стало. 22, повторил я за ним и чуть ли не крикнул запальчиво. Тогда тем более следовало... Я осекся, замолчал, кое-что сообразив. «Поняли, сдается мне, товарищ старший лейтенант», — горько усмехнулся старшина. «Вот взять вас самого. Сержанта вашего она загубила, тут сомнений быть не может. Или все же сомневаетесь?» «Не сомневаюсь», — глухо сказал я, глядя в сторону.
и не предприняли ничего», — сказал он без малейшей укоризны, просто-напросто бесстрастно констатировал факт. Мне от этой бесстрастности нисколечко не стало легче. «Но в самом деле, что тут предпримешь? Нету ни малейших законных оснований ее арестовать и завести следствие. Не говоря уже про то, что никто в районе и ваши офицеры тоже ни моей, ни вашей правдочке не поверят. За шаленцев примут или решат, что это у нас от самогону. Вот так же и тогда было. Она ж никому нож под ребро не всаживала и в окно из обреза не стреляла, как наша кулачье в свое время любила. Всегда одно и то же. Или тонули люди, или сгорали в одночасье от странной лихорадки, насчет которой районный доктор только руками разводил и помочь ничем не мог, хоть и уколы делал, лекарства давал. Ни улик, ни доказательств, ничего того, что в нашем мире имеет силу. Только вот мир вокруг уже и не вполне наш. Думаете, мы все молчали по углам, как мышь под метлой? Да нет». Говорил я в свое время долго и откровенно и с председателем сельсовета, и с одним еще серьезным человеком. На то мы сошлись, что нет никакой возможности ни закон в ход пустить, ни советскую власть употребить. В том же положении оказались, что сейчас вы. Все насквозь знаем и понимаем, а поделать ничего не можем. То же самое и люд. Деревенский люд большой житейской сметкой наделен. Коли уж вы, деревенские, распрекрасно это знать должны». Вот люд и рассудил. В деревенские дела она не вяжет совершенно, и в деревне от нее никакого вреда нет. Все ее претензии только реки касаются. К тому прошел твердый слух, что если ребятишки и дальше купаться будут, тонуть начнут. Вот и рассудили. В конце концов, раз такое дело, пропади она пропадом, эта рыбалка, а с ней и купание, и лодки. Не стоит оно того. Не такая уж высокая плата за спокойную жизнь». Вот так с 30-го года и повелось. Везде в хозяевах советская власть, в том числе и я немного, некоторым боком. А на Олесиной реке – Олеся. Уж простите за откровенность, вы бы точно так же поступили. Да вы сейчас, еще раз простите великодушно, точно так и поступаете. Не сделаешь ничего там, где сделать ничего и нельзя. Или у вас есть какой план? «Да какой тут план, может быть?» – сказал я, сквозь зубы, все так же не глядя на него. Ничуть не утешала мысль, что не я один оказался в безвыходном положении, где предпринять нельзя ровным счетом ничего. А надо б над планом подумать. «Пожалуй», — сказал я. «Одного вот в толк не возьму. 22 человека, говорите? Из них 14, когда утверждалось. А потом, значит, еще 8. Что, и это терпели?» «Терпели», — сказал он сквозь зубы. «Крестьянский люд большой житейской сметкой наделен. Прям мне этого не говорили, но явно рассуждали примерно следующим образом. 8 человек за 14 лет — это вроде молнии. Может и не ударить. Еще 2 — не наши, не деревенские, чужаки. Ну и получается, что она стала вроде злой кусливой собаки. Не заходить на подворье, не злить и не тронет. К тому ж люд у нас своеобразный. Всю жизнь в глухомане. Дальше райцентра большинство и не выбиралось. Это тоже играет. Уклад жизни и житейская сметка чуточку другие, чем в местах многолюднее. И я так думаю, не стоит их упрекать. Люди они такие, какими их жизнь делает. И потом, понимаете, от нее, кроме вреда, была и польза. Вот представьте себе, взять 29-й год, когда Когут восстание устроил. Вы, конечно, про Когута и не слыхивали, а это хоть и был он последней сволочью, все же была фигура. Не просто кулачина, каких хватало, а сущий старорежимный пан на большую ногу. 3 мельницы у него было, водяная и 2 ветряные, лавки, скотные дворы, земли, винокурни потаенные в лесах. Всю округу под себя подмял, шубравец чертов. Зерно вся округа молола только у него. У нас земля, зерно плохо родит». Так что картошкой да свиньями люд живет. А чуть посевернее там земля подходящая. И пшеницу сеют, и рожь, и ячмень большими запашками. Деньги в рост давал, у должников землю забирал. Батраки на него работали большим количеством. Ясно, вельможный пан, да и только. Бывало, въедет в деревню в натуральном панском тарантасе с кучером. Раздобыл ведь где-то, а следом 5 горцуют. «Гайдуки мои верные», — любил Когут поговаривать. Было у него их с дюжину, и каждый, точно известно, за пазухой пистолет припрятал. И убитые за ними числились недоказанные, и девок из семей, что победнее, таскали Когуту, да и сами.
Одним словом, много у Когута было всякого, и грехов за душой немало. Долгонько он процветал, но в 29-м взялись за него всерьез. Не стал он ждать, когда его в Сибирь по бесплатному железнодорожному билету отправят. Вовремя понял, что времена поменялись резко, всерьез и надолго. И тут же действовал с размахом. Но он, сволочь, за что бы ни брался, все делал с размахом. Этого у него не отнять было. Собрал человек 300 тех, кому теперь терять было нечего. 2 пулемета в райцентре захватил. Там гарнизон был небольшой, не выстоял. Ну, погулял с первоначалу. Потом-то ему похудшело, когда к нам кавалерийский полк «Чон» перебросили. И все равно последних мы только к зиме переловили. А восстание-то громыхнуло в мае. Это он так специально подгадал, к первомаю. Я вам сказал, сволочь красная, устрою ваш большевистский первомай. Всю жизнь помнить будете. И ведь устроил, до сих пор не забыли. Так вот, катувал погонь с размахом. Коммунистов, комсомольцев и активистов казнил так, что рассказывать мурашки по спине побегут, ледяные. И простых людей стреляли направо и налево, и за косой взгляд, если дочек на потеху не давали, и совсем ни за что. Грабили, насильничали, хаты жгли улицами, во всех окрестных деревнях кровушкой да пожарами отметились, кроме нашей. Получался какой-то заколдованный круг с нами посередке, и без Олеси никак не обошлось. Когут про нее не мог не знать. У него в каждой деревне были этакие тайные агенты. Кто в нашей, мы так и не доискались, хоть они должны были быть. Вот и не сунулся, ни бог, ни черт не боялся, а вот ее струхнул. И коллективизация нас не затронула никак, хотя было 4 таких, кого безо всякой облыжности можно было раскулачивать, и в подкулачники могли ни одного загнать. Однако ж обошлось. Те 4 живенько на колхоз изрядную часть своего имущества отдали, сами в колхоз записались и ведь работали исправно. И немцы у нас особого вреда не натворили. В деревне их, считай, и не видели, разве что тут жили постоянно 4, за свинарником приглядывали. Однако ж народец был не вредный, не строевики, а обозная команда. В годах все. За самогонкой охотились со страшной силой. Да и ту не отбирали, а выменивали на продукты и всякую всячину. Я так полагаю, не по доброте душевной. Понимали просто, им тут жить да жить, блаженствовать далеко от войны. А начни отбирать, люд чего доброго гнать перестанет. Опять получался заколдованный круг с деревней посередки. А в окрестностях не было деревни, где бы немцы не лютовали. Шаровничей вообще истребили, сожгли дотла, а народ кого по хатам постреляли, кого в сельраду согнали и спалили. Была деревня, и не стало ее, как и не бывало. И ведь не сказать, чтобы они с партизанами такие уж тесные связи держали, не больше и не меньше, чем другие. Таковы уж немцы. Немецкими там были только командиры. Рота украинских полицаев постаралась, но послали-то их все равно немцы. Ну вот, а здесь никакого лютования. Кацур, правда, одного безвинного мужика застрелил. Вот только что интересно, мужик этот Олесю терпеть не мог за то, что сына сгубила, и давно уже втихомолку искал, нет ли средства ее как-нибудь извести. Перед Олесей-то Кацура, как бы не был пьян, шапку ломал со всем усердием. Но на то, что он девок и баб насильничал, на то, что в Германию немцы угнали дюжины хлопцев и девчат, Олесе, я так рассуждаю, было наплевать. Она ж не ради Люда старалась, а для себя. Хотела явно, чтобы вокруг было тихо и благолепно. Жить в покое хотела. И все равно Люду от этого была частая польза. Прям мне этого никто не сказал, но не сомневаюсь, что рассуждали примерно так. Главное, не меня, и ладно. Своя рубашка к телу ближе, давно известно. Есть это в людях, и не только в наших. Был так, есть, и, я так считаю, будет. Для чего я все это рассказываю? Да чтобы вы поняли, тут все сложно, одним страхом перед Навкой не исчерпывается. Да понимаю, кажется, сказал я. Одного не пойму, зачем и с чего она моего Игоря сгубила? А за сама, тут и гадать нечего, без промедления ответил старшина. Он у нее был как любимый конь, 10 как появился, видать, приманила как-то. Любила она на нем верхом по речке кататься в полнолуние, в те дни, когда луна почти полная или на ущерб идет совсем немножко. Часами могла кататься. 100 раз ее видели верхом на соме, и парни по отчаянию, и лихие мальчишки. Знаете, что самое интересное?
Она нисколечко не сердилась, наоборот, словно бы красовалась, порой круги выписывала напротив того места, где прятались деревенские. Смеялась и кричала, чтобы открыто на берег выходили. Она, мол, за посмотрение денег не берет. А ваш сержант ее любимого коня гранатой. «А ты ведь знал, сукин кот, но не предупредил», — промелькнуло у меня в голове. «Правда, тут же подумал, а поверил бы я? Поверили бы мы все». Честно, нужно признаться перед самим собой, скорее всего, нет.